Всем привет! С вами сегодня Чика. Ура! Скоро Новый год! Хозяйка все красиво нарядит. Я люблю, когда все красиво. Столько блестящих штучек. Но знаете, что некоторые новогодние вещи представляют для нас опасность? И я хочу про них вам рассказать. Кому интересно, оставайтесь со мной. Перед началом моего рассказа обязательно подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео со мной. Первая опасность – это живая елка или сосна. Мы можем отравиться смолой, поэтому не ставьте живую елку к нам в комнату. Вторая опасность – это гирлянды. Да, очень красиво светится, но мы из-за своего любопытства можем погрызть провод. А это же электричество, это очень опасно. Третья опасность – это дождик. Он тоже красивый, но мы можем запутаться в нем. Так что не нужно рядом с нами и в нашей комнате вешать их. Если мы проявляем любопытство к новогодним украшениям, то лучше их убрать. Главное, наряжайте нашу комнату и место, где мы постоянно находимся, по минимуму. Совсем немножко. Но вот такими я поделился с вами советами. Надеюсь, что вы их послушайте и будете нас оберегать. А мы вас любим. Всем пока-пока.